Всем привет! С вами канал Vape Squad, и сегодня мне заслали на обзор очень крутые спирали. Ну что же, давайте не будем медлить и сразу же спустимся вниз. Поехали! Данные спирали приезжают вот в таких вот боксах, которые мы рассмотрим поближе. Ну что же, давайте посмотрим поближе. Наверху на этикетке нанесена вот такое вот прикольное вот изображение. Также сама спираль нанесена, название ее, сопротивление, а также надпись Handmade и значок, логотип производителя OGL. Также на коробках нанесена информация о том, какие металлы используются в намотке. А также сопротивление после прожига указано также наверху. Ну что же, давайте заглянем внутрь первой коробки. Это у нас Staple Staggered Fused Clapton. Открывается баночка вот так вот, и нас встречает сразу же две спирали на вате. Если рассматривать спираль ближе, мы видим качественное исполнение спирали, хорошая намотка, что все ровно и, не знаю, на мой взгляд, это достойно уважения. Далее у нас Alien, он также уложен на вату. И если рассматривать его вблизи, также видно, что все витки ровные. И напоследок Staggered Fused Clapton. Также на вате. Рассмотрим поближе. Также мы видим, что все витки ровные, одинаковые и, на мой взгляд, придраться вообще не к чему. А также специально для меня была сделана вот такая вот спираль. Это Staggered Fused, насколько я понимаю. Также исполнение отличное, придраться не к чему. Все супер. А также специально для меня был изготовлен Fused. Не знаю, что там внутри, но жарит он прилично и сопротивление у него 0.05. Ну что же, а теперь поднимемся наверх. Что же, давайте для начала вам покажу, как же наваливает данная спираль, у которой сопротивление всего лишь 0.05. Естественно, это сингл мех, дрипка гун. Итак. Жарит просто сатана. Итак, что же хочется сказать по данным спиралям? Цена начинается от 200 рублей. По-моему, за 200 рублей такие спирали вполне достойные, потому что качество у них отменное, сделаны супер, не знаю, упаковка, по-моему, все огонь. Поэтому переходите по ссылочкам в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и мы увидимся снова. До скорого!